такой вот фонарик для рыбалки, охоты или для любых других нужд, который одевается на голову, такой головной фонарик. И покажу, что идет с ним в комплекте. Пришел он в такой вот, вот коробочке. Заказан был на Алиэкспресс. Естественно, ссылка будет под видео. Вот в такой вот коробочке пришел. Да, как мы видим. И в комплекте у него было зарядное устройство для автомобиля. То есть можно будет даже в машине его зарядить, если вдруг понадобится это. Зарядное устройство для 220-вольтной розетки. Вот с таким вот штекером. Да, две батарейки Ultrafire на 4200 мА, на 3,7 вольт, две штуки уже идут. Тоже же в комплекте уже вместе с этим фонариком. Ну и конечно же сам фонарик. Сам фонарик вообще сделан, ну, просто исключительно и очень квалитативно. Тут такой жесткий пластмасс или пластик. И естественно тут тоже. Ну, сделан вообще очень даже неплохо. И тут даже вот такой вот фосфорный как бы... как бы фосфорное кольцо сделанное, которое тоже в ночью немного так светится, скажем так, не сильно, но есть. Так, сзади мы тут вот видим, вот тут у нас питание вставляется, да, где можно будет подзарядить наши батарейки, не вынимая их отсюда из корпуса. Тут мы открываем, вставляем наши две батареечки. И вот так вот это все закрывается. Конечно же, все сделано более просто так. Но сидит на голове довольно удобно все. И реально очень неплохой фонарик. Да, подключить можем свет от вот этого большого. Он такой более яркий. И два вот эти вот крайних, которые немного тусклее. Может быть при, ну не знаю, для, ну как... Если что-то делать под руками, думаю, они даже немножко приятнее будут. И давайте врубим. То есть один у нас идет свет, это вот этот вот большой фонарик, как мы видим. Светят реально ярко. Естественно, тестовое видео вы тоже увидите сейчас. Так, врубаем вот эти вот два. Да, получается как бы глаза. И тоже светят довольно ярко. Все три вместе. И как бы мерцание, моргание. Вот такое вот. И естественно тоже можно его просто выключить. Да, вот такой вот фонарик. Всем рыбакам, охотникам и так далее, кто знает толк вот в таком фонарике. Всем реально советую. Комплектация отличнейшая за эти деньги. И как бы все тут даже присутствует. И также квалитативный, очень хороший фонарик. Поэтому всем советую. Но сейчас посмотрите тестовое видео в темноте, реально ночью, как он светит. На этом всем спасибо за просмотр. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Так, тест нашего фонарика. Тут почти абсолютная темнота. Сейчас сюда поближе подойдем. Так, ну что ж, готовы? Врубаем. Это сейчас будет первая большая лампа. Это вообще что-то. Смотрите, так вообще темно. Светит очень ярко. Вообще. И это только первое. Так, врубаем две. Крайние тоже светят в точку, но немножко тусклее. Очень яркий свет. Так, врубаем все три. О, теперь всю дорожку видно, вообще светло. Вообще, как днем. Вырубаю. На, сначала моргание будет. И вырубаю. И, как видите, очень темно. О, класс.
Так, запись пошла. Врубаем. Все время на меня светит. Дерево видно? Я. Так, до дома сейчас, вот до этого дома. Сколько тут метров? Ну, метров. Хороших. Почти 100. Метров 80, наверное. Вот 100 метров почти добивает. Теперь смотрите, вот там дома, это вообще дофига, метров 300. Смотрите. Смотрите, до домов добивает. Метров 200-300, где-то так, ну, примерно. Вообще кахана. Светит вообще офигительно. Ну что ж, вот такой вот фонарик.